Следующий докладчик у нас Мелания Айденян, директор по маркетингу и связям с общественностью Regeus. Я правильно произнес? Да. Тема доклада – продвижение новых брендов в сфере эстетической медицины. Мелания. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Мелания. Я занимаюсь продвижением нового бренда Regeus. Это сыворотки для роста волос, ресниц и бровей, разработанные резидентами Сколково. А где переключатель? Я немножко расскажу, откуда появилась сыворотка, прежде чем... Так, у меня не переключается ничего. Сыворотка Regeus создана научно-исследовательской компанией Gurus Biopharm. Эта компания существует на рынке очень давно, не первый десяток, и занимается исследованием простагландинов. Собственно, на слайде формула простагландина. Сейчас в портфеле компании три проекта на стадии клинических исследований. Это лекарства от глаукомы, астмы и критической ишемии конечностей. Все они имеются в основе модифицированной производной простагландинов. Несколько лет назад в результате научного поиска выяснилось, что во всем мире простагландины исследуются на предмет стимуляции волосяного фолликула. Вот патентный поиск показывает, что 14 тысяч раз производные простагландинов были запатентованы как средство для роста волос. И ученые Gurus Biopharm